Приветствую всех, дорогие любители футбола, с вами спортивный комментатор Паняшарик, и сегодня нас ожидает увлекательное противостояние в рамках полуфинальных матчей футбольного турнира Шарарама. Что ж, перейдем к составам. Цвета акул сегодня защищают Минька и Хайп, тигров представляют Магик 154 и Дима XZY. Ассистирует матч судейско-операторская бригада во главе Вольта 33. Команда настроена, солнышко печет, но по-настоящему жарко, будет именно на игровом поле. Считанные секунды остались до стартового свистка. Итак, начало положено. История творится на наших глазах. Дима забирает мяч первым и сдвигается на фланг. Достаточно успешный проход, идет ведение мяча. Магик подхватывает, ситуация обостряется. Это очень острый. И вы только посмотрите на это. Минька ловит тигров на грубейшей ошибке. Соперники позади. Мяч под завершение оставляется Хайту. Это просто должен быть гол. Просто обязан. Это он и есть. Счет открыт спустя 27 секунд. Вот это начало. Но не время расслабляться, все еще может измениться. Контрпрессинг играют обе команды и рискуя бить от стенки или делать навесы или переводы на фланг. Ну вот Магик делает проброс себе на ход. Ситуация накаляется. Будет дальний удар. Нет, мяч заблокирован. Не получается. Вот просто не получается тиграм пока сравнять счет. Время еще есть, обилие финтов и отскоков мы видим, ситуацию они обостряют, но конечно же, нужна какая-нибудь результативность. Даже сегодняшнего судью не в обиду выносящего мяч. Копатычу Вольта пытаются задействовать в матче, а мяч ворота все никак не идет, хотя он уже в штрафной, это очень опасно. Очень опасная ситуация, и вы только посмотрите, снова, в очередной раз, акулы ловят тигров на ошибке. Минька делает спринтерский бег на дистанцию, Магик пытается отвести мяч в сторону, но попытки тщетны, нужно завершение, и... Голь! Акулы увеличивают отрыв, делая его внушительно комфортным. От обороны играет синяя команда, и пока данная тактика приносит им плоды. 2-0 это комфортное преимущество, но не стоит опускать руки. Не стоит опускать руки, как снова прилетает третий. Просто разгром. Тигры, что вы это делаете? Это даже слов нет. Только хотел сказать, мол, ребята, соберитесь. Не опускайте руки, ведь и не такое отыгрывалось, как в этот же самый момент. Просто посыпалась оборона одной из команд. На табло заслуженное доминирование акул, а шансы тигров выправить ситуацию становятся лишь теоретическими. Акулы уже чувствуют уверенность, отчего абсолютно смело переходят к атаке. Вы только посмотрите, оставляя мяч Хайту, Минька попыталась выйти под пустые ворота, но пасу не суждено было случиться. Вдвоем тигры отобрали у нее мяч. И теперь уже наконец-то перед ними были оголены незащищенные ворота соперников. Это гол престижа на радость своим болельщикам, который демонстрирует, что с сегодняшними акулами, которые показывали столь прекрасную спортивную форму на протяжении всего матча, все равно можно тягаться. Итак, звучит финальный свисток, друзья. Счет 3-1 в пользу акул. Дима и Магик не сдавались до последнего, чем точно заслужили зрительскую симпатию и уважение. Также, конечно же, поздравляем Миньку и Хайта с победой и желаем им удачи на следующем этапе. Они проходят в финал нашего мини-турнира, где после следующего матча станет известен их соперник. Любите футбол, любите Шарарам и любите футбол в Шарараме. Спасибо командам за игру, с вами был Поня Шарик, до скорой встречи!